Открывшийся сегодня в Тбилиси международный форум «Народная дипломатия НАТО-Грузия» начался практически с обсуждения карабахской проблемы. Не могу не выразить беспокойство в связи с обострением ситуации у наших соседей. Хотим надеяться, что усилиями международного сообщества станет возможной деэскалация, что столь важно для мира и стабильности в нашем регионе и не только. Карабахский конфликт особенно опасен, поскольку имеет потенциал влияния на Грузию и регион в целом. Об этом заявил журналистам и представитель НАТО. Руководство Североатлантического альянса уже выразило беспокойство в связи с эскалацией ситуации. Всегда, когда имеется конфликт, это плохо не только для тех, кто непосредственно включен в конфликт, но и для всех вокруг. НАТО поддерживает продолжение переговоров в минском формате. В свою очередь, министр обороны Грузии Тина Хидашели сообщила сегодня, что имела телефонные беседы со своими коллегами, министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и главой военного ведомства Армении Сейраном Оганяном. Мы пытаемся быть в режиме постоянной коммуникации. Главное сейчас – прекращение огня в Карабахе. Столкновения приняли уже массированный характер. Главное – остановить это, и затем уже можно обсуждать все остальное. Насколько серьезно относятся к Тбилиси к обострению ситуации в регионе, указывает и тот факт, что сегодня свой визит в Польшу из-за событий в Карабахе отменил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Зураб Дуали, настоящее время, Тбилиси.